потрясающие молодцы, что во Львове это прекрасно, что плотность программы, люди, которые приходят и которые приехали говорить сюда, они подобраны с таким разумом, с такой стратегией, с такой тонкостью. Вы гениально все здесь делали. Вы просто, лучше не придумаешь, правда. И львовская публика, она тоже очень особенная. Особенная вот в каком смысле. Знаете, я вот думаю, что в каком-то смысле львовяне понимают лучше всех историю про голос прошлого, который однажды сводит тебя с ума. Вот голос, который зовет тебя назад. Такая 39-й год, Гитлер, Австро-Венгрия, Великий Линдберг, с такой прошлое, Франц Иосиф. И он говорит: вернись, давай, к маме, туда, в лоно, в матку, в детство. И вот эта вера в то, что можно вернуться в это эмбриональное состояние, где все было тихо и счастливо. Вот львовяне это чувствуют, что этот голос когда-то искушал их. И это искушение сошло на нет быстро. Поэтому они лучше других понимают, как голос этого прошлого, имперского, мог искусить. И как быстро люди понимают, что это не то, куда они хотели прийти. Я всегда, когда вижу Львов, я понимаю, что здесь как будто меня взяли на ручки, правда. Вот, что здесь есть такое объятие и понимание, потому что есть саморефлексия того, что произошло. Вот, поэтому, с одной стороны, вы гениальны, с другой стороны, публика совершенно гениальна. Что же касается, что делать, я точно не знаю. Но я знаю, что вот словами культура связывает, я знаю, что людей связывают люди. И больше ничего. И к книге кого-то тоже приходят люди. Ну-ка, читай 20 страниц в день, попробуй только не прочитать. Да? Мой третий курс, встречая меня 1 сентября, плачет, потому что я даю им список литературы вместо творческого задания, которое они потом должны сдать. Герои, читаемую историю СССР вообще, общий курс истории СССР как цивилизации. И они должны читать Бунина, Платона, может, так сложно. Они обсуждают меня в коридорах, что она бессовестная, заставляет нас, а так не поставит. Но к концу года, какая-то часть из них счастливая. Потому что они говорят, мы бы так никогда. Насилие в этом смысле оправдано. Но эта история про то, как люди действуют друг с другом. Да? И нет. А вот вы, как люди, сделали идеальный проект.